Из-за пандемии коронавируса Аэрофлот перенес на 2 месяца авиарейсы с сообщением Кызылорда-Москва. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержан Абдихалыков. Аэрофлот планировал с 30 марта возобновить рейсы с сообщением Кызылорда-Москва. Но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинуты на июнь. Также внесены коррективы в расписание отечественной компании «Fly Арыстан», которая уже распродала билеты на рейсы из Кызылорды в Алматы и Нур-Султан. Компания будет летать по этим маршрутам до 25 марта. Далее перевозку пассажиров с купленными заранее билетами возьмет на себя «Air Astana». Аэрофлот компаниясымен бизде 16 наурыздан Алматыга жана 20 наурыздан Нур-Султан каласына рейстер. Компания Fly Арыстан планировала открыть рейсы 16 марта в Алматы с 20 марта в Нур-Султан. Продано свыше 10 тысяч билетов. На сегодняшний день из-за ситуации с коронавирусом рейсы сокращаются. Fly Арыстан будет перевозить пассажиров с 19 по 25 марта. Дальше те, кто приобрел билеты на апрель и май, будет перевозить за ту же цену и с тем же билетом компания Air Astana.